я тебя не узнал, богатый. Будешь, не снимай, не снимай. А мой уже все. Да слушай, сегодня дел куча. Сейчас надо, слава богу, ученик упал. Сейчас надо колесо взять, ехать на Московскую, на метро. Договорились с ним на 15 часов, но за час созвониться. А я понимаю, что не успеваю, а он не позвонил. Я ему написал, но вот на 15.40 передоговорились. Поэтому сейчас колесо хватает, если времечко есть, хочешь, можешь составить компанию. Как твое делище? Да вот, новость купил. Да ладно! Я же вам писал там на ютубе, вы, может, не поняли. Да ты чего? Я не понял, что это за. Сейчас, погоди, расскажешь. Хватит нам, наверное, на интервьюшку. Надеюсь, и на это хватит. Ну что, Иван, здравствуй, давно не виделись. Добрый день. Как делища? Да нормально. Все-таки на Z-ке ты не... Я вот на суперклее это клею. Просто на один стык суперклей, на второй. Или ты склеил и подстраховал просто? Здесь я сверху подстраховал скотчем и сверху просто, чтобы он не отличался, изолентой черной залепил. Да? Ну, я не люблю на суперклее. Я взял его как бы новым с пробегом в 1000. Ты что, серьезно? Да. А за сколько взял? За 83. За 83? Шикарно. А в Питере брал? Да. На. Кто-то питерский его купил, да? Ну, человек, я так понял, на нем на работу ездил. Сейчас он, как он мне сказал, захотел с подвесом все колесо. И это выставил вот на продажу. Я за 80 он за. Хорошо. Ну что, прокатимся. Ученик у меня на Московской. До Московской, по крайней мере, я надеюсь, полезную информацию поделишься со мной. Не знаю, не хочу я менять зло. Мне очень оно понравилось. Ну хорошо, но у тебя же кроме... Во-первых, расскажи, что с твоим злом случилось? У тебя зло, вторая ревизия, правильно? Да, да. Что с ним? Там с контроллерами была беда. Ты программатор хотел покупать. Контроллер, ты... ладно, я купил с Алиэкспресса два комплекта. Вот у меня еще один лежит. Ага. Новый. Надо в продажу выставить его, если зачем? Ты сможешь. Ну, подружить. Я же на зле все равно езжу. Ну да. Мало ли что случится. Они сейчас космос там стоят. Я покупал за муку-то, я за 7000 покупал. Обе платы. А ага. Сейчас за 7000 уже не купишь такие платы. Сгорел аккумулятор. А кум сгорел? Как это случилось? Ну, сейчас расскажу. Расскажи. Короче, после зимы 2022 года, в 2023 по весне решил сделать ТО полное. Ага. И полез разбирать. Ну, короче, получилось так, что я тогда подрабатывал в Озоне в пункте выдачи. Ага. И залез не он на работе. Ну, клиентов нет никого, ага. Нет, думаю, пока время свободное но, есть. Ну. Ну и, короче, разобрал, и началась движуха, все эти потоки клиентов. Короче, по ошибке я начал собирать, чтобы его хотя бы до дому дотащить, да, где-то недалеко было тащить. И, короче, вкрутил винты неправильно на плату, перепутал местами. Они там одни длиннее, одни короче, но у меня были поменены, они там тоже все ага. Нержавейку, соответственно, ага. Я подбирал и в спешке перепутал винты. А там, оказывается... Вот именно в вакууме в самом? Не в вакууме, а на плате. На плате, на плате. Плате. Ага. И получилось так, что там силовые провода, которые прикручены, я туда вкрутил винты длиннее, они, ну, уперлись в плату, да, а там шли контакты плюсовые. Получается, я плюс замкнул с минусом. Ага. Подключаю батарею, соответственно, колесо в ошибку у меня ушло. Ага. Я отключил, уже не полез, думаю, ладно, у меня как раз там 3 выходных было дома, разберусь. Короче, принес домой, на следующий день разбираю. И? Меняю все, собираю, ставлю аккум, подключаю, он у меня ушел по БМС в ошибку. Ага. Перестал разгоняться больше, соответственно, 25 км ага. в час. Я на нем денек поездил. Один раз оно у меня вырубилось. Прямо вырубилось на ходу? Задом ехал я. Да ты что? Страшилка для всех. Ну-ка расскажи. Ехал задом и колесо вырубается. Я вырубается, но я, соответственно, не быстро ехал. На жопу, на рюкзак упал. Ну, приехал домой, думаю, на, что-то ковырять. Разобрал опять колесо, полез, соответственно, в батарею. Разобрал батарею, вскрыл ее, все, добрался до банок, думаю, надо отключить БМС туда-сюда. Ну, братья наши, китайцы, взяли там, налили герметика. Ага. Нормально. От души? От души. Ну, они не планировали, что ты туда полезешь? Ну, конечно.
Соответственно, я начал этот герметик отверткой ковырять, и у меня отвертка соскочила, я просто ее воткнул в батарею. И как это было? Все мечтают это увидеть, как это происходит. Это большой взрыв? Не взрыв, а нет. Я отвертку воткнул, ничего не произошло. Да ты что, серьезно? Я вытащил отвертку, начался фейерверк. Я вытаскиваю отвертку из этого отверстия, начали искры там лететь. Короче. Да ты что? И все, соответственно, батарея начала греться, вот она начала стрелять, она реально стрелять, там как с ружья, соответственно, благо я... Одна батарея начала стрелять или все по порядку начали стрелять? Ну, сначала одна, потом по порядку. Аккуратно сзади самокат. Короче, я вовремя успел, ну, толстое одеяло накрыл, чтобы не разлеталось. Да ты чего? Да. Это дома было? Да, жесть, на кухне. Жесть! Рассказывай! И, соответственно, блин, начало все это там так бабахать. Благо, я, блин, достал еще одно толстое одеяло, думаю, надо что-то делать. Короче, вовремя я его закинул сразу в ванну и включил душ. В одеяле? Все прям в куче закинул. В куче в одеяле прямо, да. Да, включил, и включил душ. Так я, блин, еле его успел включить. Там реально, там уже эти одеяла загорелись. Там реально пожар был. Я пооткрывал все окна. Кто-то с улицы вызвал пожарных вообще. Короче, я уже включил воду, тушу. Я уже смотрю в окно, уже пожарные летят. Я вовремя их поймал в подъезде. Говорю, ребята, все, все. Потому что там не столько огня, там дыма было. Там ты вот мне скажи, ты водой начал заливать, как процесс? Он начал купироваться? Ну, короче, я не знаю, я полностью залил ее, полностью закрыл водой и все. Ну, после того, как я воду спустил... Ну, чисто там... батку, правильно? Да, чисто батарею, само колесо-то целое было. И, короче, я воду спустил, там одни угли остались от батареи, и все, я их просто в этом же одеяле... То есть оно там догорело все-таки, да. Все догорело? Все, ну там может одна... Ну, под водой она просто температуру так сильно не набирала, и может быть помедленнее горело, оно правильно? Оно еще полностью загорелось, когда я его еще нес, потому что я же говорил, когда я его только закинул в ванну, там реально там пламя, нельзя было зайти в эту, в ванную комнату. Ну, повезло, что у тебя ванна еще, наверное, чугунная. Да, железная была. Была бы, пластиковая могла бы покоробиться. Да, я железную-то поменял, потому что там, ну, днище аж поплавилось, сгорела эмаль, то есть там все, там черное. Да ты что, ванну поменял после этого? Конечно, поменял ванну. Там, блин... То есть температура была настолько, что даже чугунная ванна вышла из строя? Чугунная же и стальная. А стальная, да, все. Да, там, ну, днище там реально, оно ж... Оно от температурного перепада, наверное, откололось эмаль там, да? Оно аж почернело там, все это, эмаль пооткалывалась, конечно. Жесть. Так я полностью капиталку потом делал в ванной комнате, потому ну что... Ну ты там... даешь, давай, я с правой стороны пойду, чтобы колесом тебе не мешать. Там честно. Ну, короче, фаер-шоу было капитально. Ну, короче, гарь была только в ванной или на кухне тоже гарь? На кухне не было, но вот этот дым, конечно, по всей комнате, по всей квартире. Из-за дыма объедем. Вызвали пожар. Проедем там, где спокойней. Да, 12 апреля 2023 года. Это. Запомнил даже, да? Слушай, ты такое пережил, что никто не переживет и никому не посоветую. Блин, это хорошо, еще пожарные не начали процесс. Главное не теряться, а действительно... Вот я технично спросил, все делать. Да, запросил, что надо в ванну, с балкона варианта кидать не было. Соседи там не приходят, не? Не обалдели? Успел тихо все пройти? Да. Ну, слава богу. Дым только был, конечно. Ну, на лестницу не попал? Ну, дыма было на весь подъезд. Я же говорю, там пожарные приехали, везде окна пооткрывали. Ну, они прошли, посмотрели, что у тебя все нормально все-таки, да? Конечно, и все это сфотографировали. Что случилось? Там все службы поприбегали, управляющие, блин. Пожарные, милиция, все покрывали. Они все пересрались, потому что если пожары, если будут тушить, всех же зальют. Поэтому, конечно, друзья, есть конечно. Бабки, делайте страховку на квартиру. Что бы ни случилось, по крайней мере, чтобы страховая за вас платила из кассы взаимопомощи. Это жесть, это. Иван, ты молодец, что ты технично. И что дальше было? Ничего, ничего. Дальше это понятно. Ну, а с колесом, с остатками что ты сделал? Они у тебя лежат про запас. Выскочил на Авито и продал его. Ну, выставил на Авито. Без акума? Без акума. За сколько? Написал, за 35. За 35 быстро ушел? Ну, где-то за неделю, да. Ой, очень хорошо. Причем человек купил, я не помню, с другого города, он заказал доставку. Я говорю, ну я отправлять не буду, он какого-то знакомого тут попросил. Ага. Он заказал такси, я на такси отправил, все. Хорошо. Потом отправил. И при этом у тебя еще оставалась Тесла, правильно? Теслы уже не было, я другу уж ее продал. А, другу продал, то есть без колеса ты остался? Без колеса я целый почти год. Год без колеса был, и в итоге?
Год без колеса, и в итоге-то решил взять Z-ку. Да. Мне сейчас все пишут. Знаешь, хочет человек Z-ку купить, но нравится ему Ninebot, надежность, вот это все. И спрашивают, а все же хаят Z-ку. Да нифига подобного. Не все хаят Z-ку, все. Я против. Я говорю, те, кто хаят, они просто не знают. Аккуратно. Они не просто не помнят. Они не умеют на ней катать. Я когда купил первый раз, я первую неделю тоже хаял. Я еще тогда толком ездить не умел. Да. Я первую неделю, конечно, пока привыкал. На Тесле я нормально гонял, а к Z-ке я привыкал. Но зато когда я привык... И все равно колесо, которое опытным райдером ты уже был, ты все равно выбрал Z-ку. Да. Ну давай, подождем, на следующем поедем. Я не знаю, в плане маневренности, вот я так встречал людей, ну, менялись-то колесами, чтобы попробовать. Ага. Я не знаю. Не, ну они не могут понять. Да. Если сразу встают, они же не могут, они же привыкли по-другому управлять. Они же вот этот момент наклона и поворота, они на своем колесе сделать-то не могут на другом. Конечно, я говорю, вот на Тесле я не смогу так развернуться, как на этом. Конечно. Мне там на минимум 2 метра конечно. Радиус брать, там, я не да. знаю. Либо как делают там на месте вот это корпусом, но я не любитель этого. Ну это да, 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 это для другого, это проворот самой покрышки. Да. А здесь без всякого да, проворота да. ты меняешь колесо с 18 радиуса на 14, 16. Просто наклоняя. Ну, получается, оно по радиусу, по наружному-то оно 18-е же. Не, на Тесле 16-е, здесь 18. Да-да-да. А то тут получается, что ты с 18-го сразу меняешь колесо на 14-й, только наклоняя его. Ты переходишь уже как вариатор на маленький радиус. То есть колесо вариатор. Ну, типа того. Ну хорошо, но все-таки ты на мягких колесах тоже катал. Неужели у тебя нет желания взять какой-нибудь спортивный костюм, типа вот этого супикса такого? Ну. В будущем есть в планах. На Z-ку, но ты все равно выбрал Z-ку, да. Все, кто покупали Z-ку, все, кто вкатались в Z-ку, без них страдают. Я страдаю без Z-ки. В чем плюс? Плюс было Тесли в том, что если не надо было куда-то быстро доехать, конечно, на нем комфортнее в плане да. мягкости. Да. Ты встал и да. притопил, и все. Да. А если чисто для души, так как я сейчас выехать покататься, то, блин, никакую Теслу я не брал, даже когда она у меня была. На Тесле я действительно ездил по делам, когда не надо было быстро доехать. Да, я на него, я выбирал его, потому что на нем... Ты быстрее можешь доехать, потому что оно мягче. Да, ты встал, втопил и пошел. Ты не паришься по поводу трещинок да, в асфальте, да. в наклоны и все остальное. Да. А на этом хочется форсить, на да. этом хочется крутить на месте. Ну вот, в плане маневренности я говорю, что, конечно... Ну, должен быть и спорткар, вот как этот, даже о котором я можно, вот да. человека, которого покупал, он говорит, типа, ну, туда-сюда, почему вы выбираете это колесо? Я говорю, да потому что я год на нем отъездил. А чувак знаю, сам что... он купил, не понимает, он да, думает, я купил говно, надо говорил, срочно продаться. Я говорю, оно в плане управляемости своеобразно, какой, да-да, я с вами согласен. Покупайте скорее. Я говорю, а я знаю, что покупаю. Я год на нем отъездил, мне оно нравится. В плане, да, оно жестковатое, да, я качаю 3 атмосферы, чтобы оно более маневренное было. Ну что в нем кайф? В нем кайф. Свет кайфовый, фары лучше нету в плане визуального наслаждения. Да, да. Этот габарит, эта двойная фарка, эти звуки, которых нет ни на одном колесе вообще. В плане безопасности, то, что с завода очень хорошая гидроизоляция, очень хорошая. Единственный там моментик, это вот действительно, кто гоняет по лужам, как я вот один раз занырнул ага. по колено. Там есть один нюансик. Это винты, которые идут через радиатор к плате, правильно? Да, да. Вот их, к сожалению, на заводе не герметят, и ни на одном колесе их не герметят. Это проблема на всех колесах вообще. Даже на Гатвее, у которого вот сегодня жарейка стоит, все равно это проблема катастрофическая. Поэтому, блин... Ну, я вот сразу купил, ну, разобрался. Маневренность, надежность. Что еще тебе в нем понравилось? Нравится? Мне вот звуков таких нет вообще. Ну что, неужели сложно на нормальные колеса ставить такие звуки, что прямо... Здесь это такие звуки. Ну, да. Ну они офигенные. Офигенно. Свет сделан офигенно, фара сделана офигенно. Дай ее прокачать. Что-нибудь, ну, сколько колесу? 5 лет. 5 лет, считай, как его произвели. И, блин. Ну, очень жаль, конечно, что не сняли его с производства, потому что, ну, те, кто на нем не ездит. Слушай, ну, я надеюсь, что все-таки они потом будут. И вот, мне бы хотелось больше шаровидности еще, чтобы мы могли вообще покрышку туда еще больше ставить. Вот так, раз, развернуть. Да. В итоге-то, конечно, там будет шар. Служба поддержки у них. Вот я купил это колесо, у него была разница баланса по батарее. Ага. Да? 5%. Когда еду, я, ну, на год на своем отъездил, знаешь, так не должно быть.
Ага. Я сначала думал, что зимой чувак гонял, просадил батарею. Написал службу поддержки через приложение, ответили молниеносно. Я им написал проблему. Говорю, да ты чего? И как они решили? Они мне посоветовали сделать, то есть взять там же две батареи, разрядить его полностью, поменять местами коннекторы, зарядить. Да ты что? И все пропало, да. Да ты что? Да. Ой, круто. Это ты обращался, ты где? Контакты взял? Через приложение. Через приложение на инботовское? Да. А там же второе приложение еще появилось. Я не знаю, я вот какой-то у меня старое было. Старое, которое было, да? Да. Колесом доволен? Очень доволен. Подушки свои ставишь, вот эти все. Ты прыгать на нем еще не пытался? Я этим не занимаюсь. Ты почему подушки ставишь? Чтобы корпус не портить, да? Чтобы не шаркать по нему, да? Ну, вот или просто тебе мягче, кайфовее, в ногу не упирается? Очень мягко, да, на них. Я не знаю, вот я без подушек купил, день отъездил, потом вот здесь мозоли от резинки. Ну, потому что все равно ногой его... Скажи, ты сразу толстый покупаешь или ты сам его склеиваешь из двух? Не, это двадцатка. Пенолон. Двадцатка пенолон. Просто вырезаешь на двухсторонний скотч, ее сажаешь, да? Ну, все. Потом легко отклеивается, никаких следов, в принципе, не остается, ну, смотря на какой скотч, конечно. Здрасте, да. Вас я жду. Давайте так. Да. Подождите тогда. Смотрите, на будущее по моноколесному многие катают защитой. Поэтому им сложно снять перчатку. Или перчатка геморная. Они вот так вот делают. Ну, что, а даже простая перчатка, она все равно снимается из-за этого зажима. Она трындец как снимается. Поэтому, чтобы это было проще, всегда кулачками. Ну, потому что мне это не так сложно, но люди, которые защита, они вообще. Для них это разэкипироваться считается. Ну, так, да. Виталий, и как вас? Вячеслав. Сам на велике кататься умеете? Да. Вячеслав, Иван, да. Будем знакомы все. Сейчас пройдем туда. Недолго ждете, надеюсь? Нет, нет. Я почему за сейчас созвонюсь? Потому что сегодня навалилось всего, куча дел всяких надо сделать. Учиться будем на 16-м колесике. Учиться будем вот той площадочке, которая за этими елочками, чтобы никому не мешать. Да. Иван, ты с нами? Да. Побудешь с нами, да? Да. Ну, пойдемте. Ничего, пока рядом с нами пройдемся, пока мы довезем колесики. Когда вы на колесе, вы любую тяжесть можете с легкостью перемещать. И при этом не будете уставать. Колесо – это вообще счастье. А до этого, до колеса у вас что-то было? Самокат электрический, может быть? Нет, занимался, ну так, не профессионально, но долго, любительски. Вот. Дайте, планы, мотоциклы. Отлично. Я поздравляю, вы разглядели самый совершенный транспорт из всех, на которых вы катали. Я сейчас посмотрел отзывы, почитал. Сейчас мы его освоим. Я купил уже. Какое? Кингсонг? Линкс, вы рысь купили? Да. Вы сразу взяли тяжелое, дорогое с подвеской колесо? Я не питаю, так сказать. Вы сразу взяли супер топ? Амбиции. Да. Надо учиться. Ага. Момент был, что их Вань, закалывать. Иван, можно я у тебя микрофончик? Конечно. На Вячеслава передену. Если получится, это поможет вам. Так просто, чтобы вас было слышно, если не возражаете. Вот сюда вот так вот сделай. Вот, отлично. А то, когда он с микрофонов, он звук берет не с камеры, а с этого. Вань, поехали. Вот, но я амбиции, как сказать, не питаю. Нужно учиться, как и всему любому другому. А какие тут амбиции? Это все просто. Это проще, чем велосипед на самом деле. Я потому что я купил и защиту уже купил. Я просто не взял, потому что подумал, что медленно. Не нужно. Я для вас взял шлем, чтобы вы чувствовали себя комфортно. То он нам не понадобится. И перчатки я для вас взял. Перчатки первое время надевайте обязательно. Потому что мало ли, там выехали на новый непонятный грунт. Сошли, ладошку поцарапали. Это не страшно, но это настолько неприятные царапины, что, блин, никому не посоветую. Я понимаю. Поэтому кожаные перчатки очень хорошо. Не, мотоциклет. Ну, это уже вы про экип, конечно. Если гоняем, то только мотоциклетовский экип полный, если в гонках участвуем, однозначно. Я-то спокойно катаю, и я катаю только по тротуарам, поэтому у меня в этом нужды нету. Для меня лучшая защита – это как раз отсутствие ее. Я знаю, что мне нельзя делать ничего такого, что может привести к серьезным последствиям. Это как на мотоцикле. Я еще раз скажу, что я не профессионал. Да. Гонщик там и все такое. Но вот... Ну, долго на мотоциклах занимался. Я для себя такой решил, что сформулировал, что можно вначале научиться на мотоцикле ездить, ага. А потом нужно отдельно дополнительно учиться на мотоцикле ездить медленно.
Это признак опыта и умения ездить на мотоцикле медленно. Ну да. Быстро ты сел, прокатился, ну научился. Вот это для первого упражнения нам нужен столб. Какая-то опора. После моего занятия вы сможете с легкостью поставить любого человека на моноколесо. Да мне бы самому встать. Не, вы встанете, смотрите. Здесь какой нюанс? Я попробовал на линксе. Да, у меня, видимо, не те мышцы. Не-не-не, у вас все мышцы, какие надо. Развиты достаточно. Просто всех людей, которых вы видите на моноколесах, в основном, эти люди вставали на колеса много дней. Очень много дней. И когда я им говорю сейчас, ребята, я за 15 минут спокойно оставлю людей, они не верят даже. Им не верится. Вплоть до того доходило, что мотоциклист приезжал на моноколесе там ребенка забирать с хоккейной командой, там фигуристы были. И вот они поспорили. Он говорит, ну встанете на моноколесо сейчас, я вас кормлю в ресторане. А не встанете, вы меня кормите. Пытались, фигуристы никак. Нужны основы, базовые упражнения, которые позволяют запустить нам адаптацию к колесу. Эти четыре упражнения мы сейчас с вами сделаем. Буквально минуток за 5 мы их сделаем. Через 15 минут, после того, как вы будете стараться, мы с вами поедем и приятно с вами везде покатаемся. Все, что вам надо, это стараться делать то, что я прошу. Делать, хорошо? Я понял. Здесь все просто. Упражнения простые. Понимать ничего не надо. Нужно нам сейчас надрессировать наше тело, наш мозг. Он дрессирует.